Вот так вот выходят прямо эти верблюды. Мимо нас раньше были коровы, теперь верблюды. Такие необычные музыкальные процессии можно встретить вечером, прогуливаясь по вечернему городу Агра. Но это всего лишь незначительная часть из всего нашего путешествия трехмесячного в Индию с Габриэль. Так что подписывайтесь на наш канал, смотрите другие наши более длинные видео. Поставьте свой лайк, если вам понравилось данное видео, и пока-пока!